Всем привет, с вами Димон, и это еще один туториал на механизм, который я называю почтой, а вы называйте как хотите. Итак, вот он, этот механизм. Я сразу назову его первый недостаток. Для него нужен лед. Вот. В принципе, этот механизм идеально подходит для серверов, поэтому, я думаю, администраторы не пожалеют льда, так как механизм по-настоящему полезен. Так, запускаем. Покажу его пример работы, запускаем алмазные блоки и бежим за ними. Итак, повороты, как я поставил для демонстрации, проходят блоки отлично, спуски вниз тоже. И вот они дошли к нашему получателю. Получатель небольшой подарок, и так у нас садится солнце, надо его нормально сделать. То есть провести его между домами и шахт для быстрой передвижение ресурсов, я думаю, можно, и это очень неплохой механизм. Давайте покажу вам пример его постройки. Строить его довольно просто. Ставим блок, ну, можно 3, зачем заморачиваться, поэтому делаем просто вот так вот. И просто нужно количество блоков вниз. Сделаем прямую. Я всегда можно делать 2 блока, 3 блока, 4 блока. Но я делаю в один блок, так как это быстрее построить, проще и сильно заморачиваться не надо. Разрываем канавку на один блок вниз и ставим лед. Лед нужен для скольжения блоков. Свали, свинюшка. Так, свалила, послушно. Итак, выставляем лед. Теперь рассчитываем по 2 блока. И ставим табличку. Через каждые 2 блока новую табличку. Еще. И еще. Так, здесь давайте продлим, чтобы мы потом смогли забрать нашу посылочку. Можно сделать, кстати говоря, автоматизированную. Поставить там поршни, оградить все стеклом и так-то и так. Заливаем. Что ж такое? Промахнулся. Что-то сегодня кучерявые руки у меня. Так, через заливаем пространство это между табличками водой. Вот, мы закончили и бросаем, проверяем работу нашего механизма. Вот, прошу. Блоки движутся очень быстро. И посылка пришла. Допустим, провести между домами. Это дом моего друга, это мой дом. И он такой берет, сбрасывает туда, получается, блоки. И мне такой подарок. Клево. Итак, на этом все. Вот такой был маленький, простенький механизм, который можно построить довольно быстро. Итак, с вами был Димон. Всем пока!